Итак, товарищи, всем привет, это новый выпуск студийного безумия. Как вы ждали, как вы просили, видел, читал комментарии, очень рад, что ждете формат, это круто. Итак, насколько вы помните, под прошлым видео я просил вас написать того, кого вы хотите услышать на студийном безумии. То есть все до этого студийные безумия были со мной, я там блиц озвучиваю туда-сюда. И я попросил вас в комменты написать, кого вы хотите увидеть в студийном безумии. И большинство, как ни странно, или странно, я не знаю, я не читал комментарии, оказалось, что большинство застолоса. Вот. Соответственно, я для того, чтобы вас сразу не расстраивать, я вам еще в прошлом видео сказал, что столос будет вряд ли, и вообще кто-то вряд ли будет, поэтому готовьтесь снова слушать меня. В общем, как несложно догадаться, Столос записал, поэтому сегодня в студийном безумии вы будете слушать не меня, а нашего дорогого Зозечку. Ссылки на него будут в описании, там у него Телеграм, Ютуб канал, обязательно подписывайтесь. Тут еще сейчас будет какой-нибудь этот самый QR-код на экране, чтобы вы подписались на его Телеграм канал. Вот подписывайтесь, классный чувак, озвучивает для вас Столоса и многих других персонажей. И Паймана тоже озвучивает, отца Столоса, все ссылки есть, обязательно подписывайтесь. А также подписывайтесь на наш Бусти, потому что там некоторые видео выходят немного раньше, и там очень скоро появится много разных форматов, которые будут выходить только на Бусти. Еще, чтобы вас, так сказать, максимально заинтересовать, вы ведь очень любите адского босса, есть вот такая вот хрень, которую вы видите на экране. Это, я так сказать, мимо нот, на высочайшем своем исполнительском мастерстве, пел песню Столоса из этой серии. Давайте я вам включу чисто отрывочек, вот чуть-чуть, вот на пол шишечки. Скрывая злость, сорвался вновь. И хватит вам. Вот, то есть вы уже услышали, что в ноты я вообще не попадаю, поэтому вам теперь ничего не страшно, из ваших ушей идет кровь. В общем, если вы хотите послушать полную версию, она будет в Бусти. Сначала она будет для тех, кто с платной подпиской, а потом для тех, кто с бесплатной, все равно все увидите. Короче, приятного вам просмотра. Да. А что это у нас тут? О, это же адский босс. Это его, получается, нужно ребятам озвучивать. Ой, а это еще и студийное безумие делать. Ой, что творится? Столас, иди озвучивай этого своего босса. Ну что, добро пожаловать в адское безумие. Это не я озвучиваю, а почему? Нюха-днюха, юху! А кого я вообще озвучиваю? О, вот и мой маленький, Это я запинаюсь, потому что я еще записываю. А знаете, как сложно записывать и не запинаться, а? Вот когда ты не записываешь, сам с собой не разговариваешь, все спокойно, все чики-пуки-чики-пики. А вот ты начинаешь озвучивать и записывать, и все идет по пизде. Столос, да! Точно, точно. Этот самый, это тот самый. Это еще я читать не умею, напоминаю. Да, бывает такое. Столос, да! Точно, точно. Бля. Как прелестно для тебя. Нам больше секс. Больше секс. Нужно больше секса. Тебе будет поручено изменить... Весело, не так ли? Ну не так, конечно, пубертатно, блядь. Ты начнешь изучать свой гримуар, который позволит тебе Ты начнешь изучать свой гримуар, который позволит тебе попадать в мир смертных для А воздуха не хватает, я умираю. Ты вырастешь и станешь могущественным принцем ада, Ты вырастешь и станешь Ты вырастешь и станешь могущественным принцем ада с собственными легионами, которыми ты будешь управлять и передавать свои знания. О, красиво. А, о, он такой богатый. Точнее, я такой богатый, боже. Фу, бедность. А я же принц, король или кто-то там, батя Столоса. Тысяча у меня детей. Thank you.
Веселье, цирк. Я давно не был в цирке. Хочу в цирк. Да, я тебя свожу, Зозечка. Вот это шоу. Это было и правда. А, он там рофлит еще. Вот это шоу. Это было и правда неплохо. Вот это шоу. А мне потом еще три аниме озвучить нужно будет, а время 23:16, а там три или четыре. Много аниме. Сведенная кукушкой там и прочие там радости. Очень классное аниме, кстати, смотрите. Сведенная кукушкой. В озвучке Ани Либреточка. Постиранная пятерка и тонкий презерватив. Я банановый пудинг, и я люблю танцевать. А, я дедушка, я так в хар... Попничестве, блять, что за слово? Я... ну... Я это не буду озвучивать. Блиц, оу май, да! Блять, это пиздец! Я пытался много лет сделать жизнь комфортнее для нас, чтобы семья существовала. Блять. Я пытался много лет сделать жизнь комфортнее для нас, чтобы наша семья существовала. Что значит наша семья, блять? И единственному, что требуется семье Гаэти от этого брака уже 17. 17. Сука. Ну я и долб... Это было студийное безумие. Да, мы тут а все шизофрении Зозечки, значит, со стола-то все повыскакивали. Да, было очень интересно, потому что был мой батя там, вот все вот эти дела. О, да, я был, потому что я сексич. Да, сексич. Поэтому спасибо за просмотр. Смотрите нас на Киберкат, Сайберкат Студио. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Зози Айл. Подписывайтесь на меня на Ютубе, там замечательные фанфики. Если вам нравятся аудиокнижки, да даже если не нравятся аудиокнижки, подписывайтесь. Все ссылки находятся в описании под видео. Ямитакдасай. Бай-бай.